Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Отлично! Добрый вечер! Спасибо сразу за теплый прием. Начну с таких базовых, с базовой социологии. First of all, can you put your hand up if you don't speak Russian? Welcome, friends. It's gonna be a bit confusing for you tonight. We'll just stick to Russian, but thank you for coming and thanks for supporting the cause. Далее. Я напоминаю, что несмотря на то, что на сцене вам сейчас долго буду читать я, это не совсем как бы мой концерт, да, у нас сегодня есть одна цель, цель собрать как можно больше бабок. Поэтому мои песни сегодня служат лишь инструментом для сбора этих денег и для того, чтобы показать, что русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны, поэтому это важный момент. Так, немножко, теперь немножко таких занудных моментов, но очень важных. Первое. Я знаю, что меня смотрят на стриме. Я там поставил, короче, сегодня предел донатов 1 миллион баксов. Сейчас объясню, почему. Абсолютно, абсолютно честная история. Мне позавчера приснился сон, почему-то, в котором мы собрали этим концертом 1 миллион баксов. Я не знаю. Мне редко такое снится, как бы. Я посчитал, что, типа, сон в руку. Вот. И, короче, надо поставить именно такой предел, ну или не предел, а пожелание. Поэтому я буду очень благодарен, если все состоятельные, средний класс, нищие тоже что-нибудь скинут в мере своей возможности, а те, кто нет, то просто послушайте, послушайте концерт. Может, вы потом захотите перевести, уже можно переводить, до концерта можно было переводить. Уже спасибо, там, по-моему, до концерта еще 3 косаря евро, по-моему, уже перевели. Я не могу точно сказать, но мои ребята знают. Далее. Я еще не заплатил деньги за сегодняшний концерт, я, ну, в смысле, за вход. Я это сделал обязательно после окончания концерта. Вот. 10 фунтов, да? Короче, я их заплачу за свой собственный концерт. Все, кто в зале, включая всех наших гостей, которые проходили по проходкам, тоже заплатили за вход. Это очень важно. Далее. Не знаю насчет ящика для пожертвований. Есть сегодня ящик для пожертвований? Если есть, то, пожалуйста, кидайте. Вот. Все, 100% прибыли идет, сами знаете куда, но я еще раз скажу, на нужды украинских беженцев, которые покидают границу через Польшу. Спасибо вам огромное. Вроде почти все сказал. И можно будет уже, в принципе, перестать вещать и начать читать. Следующий трек. Блин, альбом вообще заиграл новыми красками. Не теми, которыми мне хотелось, если честно, мягко говоря. Вот. Следующий трек называется «Мы все умрем». Let's go.